Его нужно очень долго убивать, несколько этапов. То есть сначала я убиваю посохами, потом он ставит щит, я использую лук Ауреля, щит снимается, убиваем скелетов. Скелетов, когда я убиваю, перевоплощаюсь в лорда вампира, так как меня сложнее убить от одного удара, у меня моментально снимается жизнь, если я не успею вылечиться. В общем, вы видели череду прохождения с данным боссом. И 3 раза у меня уже вылетела игра. Это очень долгий процесс. Нужно много терпения. Вы видели, как медленно у него убавляется здоровье. Играть мы будем... Ой, блин. Подождите, в следующий раз я мастер. Так, самый легкий новичок. Потом ученик, потом адепт, потом эксперт, потом мастер. Играем с вами на мастере. Пренебрегла всем тем, что я дал тебе. Ради этого жалко. Как я устала это все сделать. Полтунишечки мои. Вампира полукровки. Ты дал мне? Ты в своем уме? Ха-ха. Ты уничтожил нашу семью. Ты убивал других вампиров, и все из-за какого-то пророчества, которое мы даже понять не можем полностью. Хватит. Да как, ты же поняли? Ты же поняла, что ты врешь-то. Разбирались так долго, квесты выполняли с тобой. Ты говоришь, не поняли. В твоем голосе чувствуется ядовитое влияние твоей матери. Как ты сейчас на нее похожа? Нет. Потому что, в отличие от нее, я тебя не боюсь. Больше не боюсь. Женщины обычно интересуются. Проклятиями. А мужчины пророчествами. А ты... Вот что я заметила. Закономерность какую-то. Похоже, я обязан тебе тем, что моя дочь чуть-чуть выступила против меня. Может, совсем немножечко это я ее инициатива. Знал, что рано или поздно твои амбиции пересилят твою жизнь. Она не такая ведомая, как ты думаешь. Не такая страшная. О, ты лишь пытаешься. У нее очень сильный характер, ее очень сложно переубедить. Так что на 1% только, если разговор быть честными. Я дам тебе единственный. Ну тогда ты не оставляешь мне выбора. До свидули, дули, дули. До дули, дули, до свидули. Сумасшедшее чудовище. Ну и куда-то улетел и не обещал вернуться. Нетушки, ты меня тут не спрячешься. Невидимка. Это летучая мышь, что ли? Куда он делся-то? Чего такого там заставишь? Заставляльщик. Почему надо обязательно кого-то чего-то заставлять? Мне кажется, более приятное, если уж на то пошла власть. Когда ты заслуженно делаешь благо для тех, кто сам добровольно тебя выбрал. А это, знаете, намного сложнее сделать. Чтобы заслужить уважение людей, им действительно нужно служить, а не наоборот. Как я уже говорила, данной власти люди служат. Но это они так хотят, чтобы было. Поэтому их считают за скот. А должно быть наоборот, власть должна служить людям. Только в таком случае властью можно обладать. А так, в общем, власти типа никто не достоин. Только если люди сами не выбрали. После каких-то действительно трудов и заслуг.
данного лидера. А это опять охотник за суперспособностями. Тщеславие, жажда власти, это мы все знаем. Я убег. Убег. Да господи. Мне просто очень опасно рядом с ним находиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну как така? Долго бы я его била с помощью способности вампира. Что у него силы-то сколько богатырской. Вампирской больше сказать, конечно, точно. А не богатырской. Чудовище. Так точно, я же лорд вампиров, черт побери. Да поможет же мне это в данной схватке. И на жизнь, и на смерть, горгулюшка. Горгулюшка должна нам помочь. Что? Ты уверен? Нет. Ни за что. Ой, зачем я это сделала? Бывает. Призовешь десяток горгулей и поймаешь. Собьешься уже с числа. Собьешься уже в каком порядке, где чего мы там наклонировали. А где сирана-то? Ладно, последний раз горгулечку призываю. И пойду беру посохи, иначе это будет очень долго. Лорд Харконн восстановил свою жизнь. Зараза. Не. Он, кстати, ищет меня. И не просто так ищет. Потому что я очень уязвима сейчас. Видите, он за мной бегает. Не просто так. Он за мной бегает. Миссис Гаргулей. В прошлый раз он как бы отвлекался на Сирану, а теперь он везде бегает за мной. Что не очень хорошо. Он восстанавливает здоровье свое. Кстати, а что случилось с Сираной? Куда она делась? Почему она нам не помогает? Да почему?
какое-то сумасшествие происходит. Гаргуля. Ой, господи, я не туда пришла. Уйди отсюда. Не закончилось, все закончилось. Опять за мной горгули гонятся. Похудел он, воскресил теперь. Он слетел с катушек, потому что как бы сейчас немножечко соотношение сил изменилось, и мы его чуть-чуть побеждаем. Поэтому он очень недоволен этим происходящим. Да, вот это он мне залепил. Ягодку малину. Как бы он тоже вампир и пользуется теми же штукочками, крючками. Сначала мы за ней бегали, теперь наоборот. Получается наоборот. Да, что ты будешь считать? Ну, исцеляется, походу, дело так. Около этого фонтана. Да, вот использую. Не буду тратить. Буду тратить сюда. Вообще все закончилось? Да ладно. Да, опять он куда-то переместился. Убиваем скелет там. Он что, опять исцелился? Вот как всегда вовремя. Ну, вот дело и сделано.